97 лет назад, 21 января, в 18 часов 50 минут перестало биться сердце руководителя первого в мире социалистического государства, нашего земляка Владимира Ильича Ульянова Ленина. Скорбную дату в Ульяновске по традиции отметили возложением цветов к памятнику вождя на Соборной площади. Первыми почтили память сотрудники Ленинского мемориала, в фондах которого хранятся венки и посмертная маска Ильича. Для Ленинского мемориала это значимая дата, и мы стараемся всегда эту дату помнить и отмечать. Конечно, мы каждый год возлагаем цветы в этот день, и в этот день ежегодно в Ленинском мемориале проходят мероприятия, посвященные памяти Владимира Ильича Ленина. И этот год не исключение. Сегодня мы открываем выставку «Ленин и время». Это международный проект длиной в год. Много мероприятий в памятный день пройдет и в музее-заповеднике «Родина Ленина». Его сотрудники тоже пришли к памятнику с букетом живых цветов. Два раза в год коллектив музея-заповедника «Родина Ленина» приходит к нашему замечательному памятнику для того, чтобы возложить к нему цветы. И, конечно, приятнее это делать весной, в день рождения Владимира Ильича Ленина. Но и сегодня замечательный повод еще раз вспомнить о человеке, о историческом персонаже, имя которого носит в нашем городе много, в том числе и музеев. Вот уже более 80 лет ульяновцы не забывают возлагать цветы к подножию бронзовой фигуры Ленина. Памятник является символом города. Предложения о его сооружении тогда еще в Симбирске стали поступать сразу после кончины Владимира Ильича. В Симбирске уже в траурные дни стали собирать средства на памятник. Обсуждались самые разные варианты, но лишь спустя 15 лет, в 1939 году, принимается решение о сооружении монумента Владимиру Ильичу Ленину на его родине. Открыли его в 1940 году. Ирина Антонова, Руслан Баталов, новости Улправда ТВ.